Где? Вот он уже идет, сейчас он вылезет. Смотри, через 3, 2. Ладно, таймер сбросим. Через 3, 2, 1. Да. Не порт, блин, картину. Давай, появляйся. Подпустим его поближе, чтобы он потерял много-много. Сгори в аду. Добрый, с вами Квантум, с вами Крата, с вами Суда и с вами Медалисты. Добро пожаловать, это CS GO Deadpool Маньяк. Всем привет. Всем здорово, ребят. Сегодня будет веселая серия, желаем вам приятного просмотра. Ну а мы начинаем. Погнали. Погнали, значит. Мяу. Сейчас кого-то кикнет сервера, будет мяу. Красивый котик. Пусти. Я красивый же котик. Нет. Сада. Котик красивый. О, нифига тут сутенерское ко... Офигенное место. Нормально, да, нычка? Сода, подожди. А вы где, пацаны? О, сода. Сода сюда. А вы где? Да я нашел тут. Что? А вы где? Что? О. Да не, пацаны, мы все в этой комнате. А где сода? Это говно какое-то. Подожди, а это как? Подожди, стоп, это типа... Это не говно. Бля, мутила, закрыл мою эту. Кто? А что ты там делаешь? А, вы там вдвоем, что ли? Господи. Мы тут развлекаемся. Ребята, вы где? Он на первый этаж пошел, так что... Будьте... Я понял. Привет. Дядь Квантум, я вообще каждый раз... Стой. Антон, аккуратней там. Чуть-чуть из этого, из стены. Вы что делаете там? Он вниз пошел, пацаны, аккуратней. Да, эй, ты! Алиса, ты чё? А чё, Алиса? Тебе попасть сюда? Чё, есть нычка? Он опускает меня! Ну нет, не в прямом смысле, в переносном. Дядя Квантум опускает! О! Ай! Если ты хороший котик, скажи мяу. Чё, нет? Ты чё? Тебя ничего не смущает, медалист? Тебе повсюду просто подсказки одни летят. А зачем они мне это делают? Кто-то чуть не погиб. Кратос погиб. Прямо так, бля. Сода прямо так. Я на души. Ты чё здесь делаешь? Ты там. Он прям просто помог мне и ушел, понял? Только я не знал даже, что он там. Он запрыгнуть может. Он просто не очень рядом, медалюга. Вот тут? Стоп. Как он быстро догадается, как думаешь? Ты очень рядом и очень не рядом. Ты очень не рядом сейчас. Сейчас очень не рядом. Очень-очень не рядом. Тебе там ну хотя, знаешь, возможно, медалист. Он близок. Блядь, я не всасываю. В него прилетело. Медалист, да посмотри в окно, глупец. А да отошел! Ты мне не мешаешь, понимаешь? Отстань, блядь. Ну так, ну сейчас опасно может пойду быть. Пойду нычки искать. Иди. Ну только не мешай, пожалуйста. Ну, ты все тут? Блядь. Там заход точно есть. Ну, есть? Так зайди, если он есть. В чем проблема-то? Так, это с первого или со второго этажа? Ты же миллион раз пробегал возле этого места. Где он? Опа. Что? Сука. Что нафиг? Я тут упал. Ты мог мне сказать, как тебе попасть? Я не видел этого. А ты как это вообще, медалист, нашел? Вопрос у меня к тебе такой. Я Дима Читак. Бля, я не понимаю, как тебе пробраться, если не вот этот способ. Опа. Я хер понимаю. Повтори еще раз, может получится. Антон, посмотри за мной. Сейчас. Ой, я в Майнкрафте, не, пацаны! Ман. А как мне вылезти? Это что? А как из Майнкрафта уйти, пацаны? О, Сода, ты где? Я на улице стою. Даже не прячусь особо. Ну, типа, он и так, это немощный какой-то маньяк, понимаешь? Да. Ты понимаешь, да. Что это жопа? Ой, я нашел, походу, дверцу. Ой, нифига, ты как-то залез, Сода. Это телепорт. Он по забору попер. Он по забору слепо побежал. Шара, слепо о, шара. Да я видел тебя на моем окне. Слепо шара. Или на моей крышке. Слепо шара. Унитаза. Ай, Данил. Эй! Зачем меня слепить, объяснить? Я вообще наблюдающий. Факин дует. Данил, я ты не достанешь его, медалист. Я тот телепорт. А, вот ты с гей. Хера ты, смотри, Данил, он прям... А, чёткая нычка, я говорю, как нашёл. Да, свежачок. Свежачок. Офигеть.
Нет, тут как бы без шансов. Думаешь? Он угорает, но это без шансов. Ну, конечно. Пацаны, а дайте угадаю, вы на втором этаже и вход в вашу нычку через кровать, да? Нет. Через шкаф вообще-то. Хорошо. Иди, медалист, смотри, о, когда синий, он выйдет, скажешь. О, ты синий, прикольно. А, пи***ды ты придумал, то есть ты у нас выживаешь, да? Нет, ты вместе смотрим, мы успеем еще убежать. А вы подсказку можете дать, дева? Да, вот на, тебе подсказку. Мы на втором этаже, вход в нычку через шкаф. Кровать-купе. Что, не попал? Блин. На тебе дверку даже вот открою. Ну вот да, вот здесь, я понял. Сейчас я найду эту нычку, сейчас я найду. Ну давай, давай. Давай, смотри, давай, скажешь, когда он будет. Он залез, он залез. Тикай, блядь! Бежим! Тикай! Быстрее! Быстрее с этого села! Нахер, нахер надо! Ау! Антон, иди в жепу, да? Хитрый какой, а? Все разбежались просто! Да? Просто хочу куда? Муравьи, блин! А ты чё, муравьед? Да! Я муравьед! Ребят, есть ещё нычки? Потому что у меня кончились... Да, это хорошо. Минус медалист. У меня тоже кончились. У тебя вообще все закончилось. Ну как бы и ты кончился. О. Дайте подсказку, вы на втором этаже или на первом? Давай квантуму спалю, иди, короче, в комнату, где кровать. Ты, конечно, красавчик, ничего не сказать. У-у-у. А, ну... Данил, так ты там сидел, ах ты ж козел. Да. Не попал. Че это прилетело, не понял. Я тоже не попал. Че ты выглядываешь, слышишь? Он в твоей комнате или нет? Нет. Но он хочет прийти сюда, он хочет провалиться. А, он прыгает. Он провалился. Писюн! Они все такие, а я не такой. Писюньковый злодей, блин. Не-не-не. Я что-то бьет. Я знаю, что он бьет окна. Топот сильных ног. Давай. Я его вижу. Опа. Где он? Да. А тут ты не знаешь, где я. Не знаю. Это был я, Антон. Да, я видел тебя, да. Все бегают кругами, что-то делают. Не знаю, я на месте стою, что-то мне норм. Топ-топ-топ-топ-топ. Крошится потолок. Хлоп-хлоп, глаза. Антон, запомни, где я, больше ты меня не увидишь. Сука. Тут сейчас будет тупик. Стой. Я упал. Привет. Привет. Так, все плохо. Да, а туалеты охотится, не телепортируют, да? Охотится за японской школьницей. Смотри, бесплатно. Ай-яй-яй, сейчас жопа будет чесаться от кинжала в жопе. Не будет. Кинжал в жопе, в жопу кинжал. Повар спрашивает. Нормально. Это я четко попал. Попал я четко. А чё ты так ограничен? 2 на 2. Сода, а ты где? Я кинул ему подсказку. Содик. Сучок. А дверцы-то не закрывались, да? Содик. Фуф. Это Содик. Было. Содик, иди сюда, пожалуйста. Антон, подсказка. Ау, да я ничего не вижу. Подсказка. Ну и чё? Ещё догнал? Подсказка. Нет, не догнал. Лошара. Бежишь за лошару, я это, словлю тебя. Дай мне подсказочку, и все будет хорошо. Данил, ты не представляешь, как я от него слинял. Ты просто не представляешь. Да. А где он сейчас, ты знаешь? Да, он обошел меня и был сзади, потому что я решил выйти. Так тупо слился. Лошара. Данил, смотри нычку. Смотри, какая нычка. О, кстати, ну... Ребята... Кстати, норм нычка. Сода, у тебя проблемы, потому что, да, найди нас максимально быстро. Просто максимально, Содик, вот просто макси... Настолько быстро, насколько ты только сможешь нас найти. А где вы тогда, скажите мне, я вас тогда быстро найду максимально. Да, но это не очень. Предложение, мне оно не нравится. Почему? Потому что... Я сижу вообще по кайфу, меня не догонят. На тебе, пивасик. От пробы пивасика, Дэдпул. Че ты шоркаешь-то по полу? Нет никого под полом. На каком этаже? На втором. На каком-то я этаже, блин. По я второму этажу знаю, ходит, развлекается. Это баллонька бомбит. Солик, я тебе дверцу открыл, смотри, как хорошо. Что там ломает там?
Почему оно хп добавляет? Что там за звук? Проекторы, короче, на проекторы наступало, и они такие бэм. Сода, смотри, я тебе там пивасика кинул. Смотри, иди попей. На. Сода, давай я подсказку кину. Давай, да, хорошая идея. Это ну-ка по одному подходите. Смотри, сколько пивка там тебе, ну. Братан, посмотри назад. Теперь назад посмотри, сода. А, ты уже все? Да, я уже все. Что делает? Сюка, ты думал, не я не знал, да? Ты думал, я не знал. А тут тупик. А он далеко от тебя, Антон. Тут тупик. Дружище бобер, тут тупик. Почему? Почему? А, ты умер там же, где я умер из-за тупика? Молодец. Да, это там кто только не умирал. Сода. Да, я тебя слушаю. Иди на второй этаж. Секунду, подожди. Жду. На. Да я понял, что ты там, козыл. Не попал, шлакоблок свой. Окна повыбивал. Так. Есть перманентная проблема. Проблема Антон, такая. Антон, где он? Ты знаешь, где я? Ты идешь прямо сейчас в эту нычку. Ты прикалываешься? Где он? Он уже идет, сейчас он вылезет. Смотри, через 3, 2... Ладно, таймер сбросим. Через 3, 2, 1... Да... Не порт, блин, картину, давай, появляйся. Через 3, 2... В смысле? Я не знаю, где ты. Ты показывал мне ту нычку, в смысле? Чего? Ты не знаешь нычку на потолке? Ты же снизу. Я сверху, вообще-то. В смысле ты сверху? Теперь сколько через 3, 2, 1, и он появился. Подпустим его поближе, чтобы он потерял много-много... Сгори в аду. Конница злая. Это хорошо. Такой вообще гнидос. А ты что, остался там, скотина? Да-да-да, покидай. 18 хп, мне и так хорошо. Вот сучок нечестный, а? Чисто забей. Чисто кайфую. Че ты прыгаешь-то? Вот сучок нечестный, а? На, Найкер. Пощурь в жопа. Стой, Данил, ну стой. Нет, сода. Ты дурак? Я нет. Или что, да? Ну я засомневался уже, Антон, честно говоря, по поводу нормальности. Что-то я как-то подзаблудился, молясь. А где ты? И внизу на Е нажми. А я здесь. Хочешь подсказку? Здесь. Давай. А я здесь, смотри граффити. Красная комната, сода. Где? Закрой дверь, когда будешь заходить. Ааа, я пошел за еще одним молотовым. А дальше куда? Я шарю. Я пошел, короче, нафиг отсюда, пока не поздно. Ну погоди, ты что такое? Там есть что, Антон? Да ладно. Это моя нычка, я понял, блин, да. Серьезно, там все так просто было? Я забыл тебе сказать. Где? Данил, бля, он меня тут убил! Да ладно. Сюка! А что ж так сука, тупиков-то здесь много? Сюка, ты сода. Стой, да стой, сука! Нет! Да подожди ты чуть-чуть, остановись. Не буду тебя ждать. Здесь с окна приду, я ж тебе налево говорил. Какой нафиг лево? Он прыгает. Нет! Стой, Данил. Бля, он умный еще. Я знаю, я вижу. Данил, остановись. Он не медалист. Да ладно. И чё, где ты? Данил, он дальше пошёл. Да ладно. Он сейчас сверху придёт. Какого верха? Он видел, блин. Да ладно. Он видел, как ты на Майнкрафт ТП-шнулся. И он не видел, как я это самое туда ушёл? Он видел, я от его глаз видел, как ты на Майнкрафт ТП-шнулся. Типа, а дальше он не видел, да, то, что у меня произошло? Нет. А теперь пора бежать. Ну-ну, беги. Сода 150 хп. Так, 30 секунд. Это я зря сделал, зря я вышел из нычки. Ой, бля. Сода, он был в дыму. Не то слово, Антон. Да что за бред происходит? Данил, подожди. Ну подожди, Данил. Ну, Данил, ну подожди! Ты дурак, ты с чем падать бежишь? А
пока. Да, блядь, пидор. 4 секунды. Там тупик. Время. Секунда есть. Я вышел. Ну, хоть почему я проваливался? Ребят, ну что же, на этом все. Это был CSGO Deadpool Маньяк. Понравилось видео и хочешь больше, с тебя лайк, подписка и комментарий. Всем пока и до скорых встреч. Пока-пока, пацаны.